Dumnezeu, Praga. Nu ești Dresdena. Ai spus, da, Dresden, Praga. Вернее, поезд там по-другому называется, я не знаю, честно. Не помню, из Берлина идет. Или еще откуда-то, не знаю, короче. Вот, сегодня суббота, сейчас, наверное, уже сколько, около 6 часов вечера. Освещение не очень, поэтому качество видео тоже не очень. Вот, лампа блогера осталась в квартире в Дрездене. И вообще, и штатив остался там. Еду. У меня будет сегодня следующий вечером поезд. Я думаю, что вы уже догадались, куда я еду. Ну, в общем, кто не догадался, поймет чуть позже. Вот, взяла билет на этот поезд. В нем чуть-чуть дешевле билеты. Здесь сидячие места. Говорила это или нет? Только сидячие места. Потому что бывает такое, что есть поезда с такими как бы вагонами полукупейными. Но здесь билет немножко дешевле, даже дело не в цене, дело во времени. В Германии сейчас очень часто поезда опаздывают, и поэтому я решила, что мне вот этот вот поезд, который приходит, сколько он приходит раньше, на 1,5 часа, по-моему, раньше он приходит, мне он больше подходит. Вот, потому что можно было бы взять билет на поезд, который приходит за 1,5 часа до отправления. А если вдруг бы он опоздал, например, или что-то бы случилось, ну, в общем, короче говоря, я так рисковать не стала. Так что вот такие вот дела, ребятки. Надеюсь, что все в дороге будет нормально. Единственное, конечно, 2,5 часа в Праге. Не знаю, что я буду делать. Может быть, мне придется сдавать багаж, где-то в эти Праги походить. В общем, короче, приеду в Прагу, посмотрю. Вот. Побачим, что я буду далее работать. Так, мы уже, ребята, проехали Усть над Ладен. Вот, и очень много пассажиров вышло, поэтому я вам могу так вот, видите, показать вагон. Такой вот поезд. Это в эту сторону. И сейчас, подождите секунду. Ага, тут вот, видите, есть такие полочки. Чемоданы ставят. И вот там вот тоже еще один выход. Вот. Получается, я с той стороны заходила. Такой вот поезд. Такой вагон, вернее. Витаем вас в облаку Евросити, число 177. Из Берлина идет, да. Берлина, ребята, идет. Это между вагонами так вот, видите? Никаких нет. Ну, две условные. Что еще здесь есть? Ага, здесь туалет. Он опаздывает на 4 минуты. Все понятно, да? Так, ребята, прогулка по вечерней Праге. Небольшая, наверное, сегодня будет. Очень много наших. Вот, слышна украинская речь. Я иду в направлении к центру. Центр здесь совсем рядом. Вот, поэтому очень-очень-очень быстро полюбите гармониста. Вот, и потом на поезд. Вот, там вот луна, видите? Там очень красивое здание такое с часами. Вот, но оно очень далеко, я пробовала приблизить, не получается. Вот там вот впереди очень красивое, видите, какое здание с куполом. Оно, наверное, большое, но я туда совсем близко не пойду. Здесь вот еще на эту сторону есть кое-что посмотреть. Наверное, я перейду дорогу и вам что-нибудь сниму. Для того, чтобы на моем канале была не только еда, вот, но и какие-нибудь такие, знаете, более приятные моменты. Так, сейчас тут есть пешеходный переход. Вот, и можно перейти спокойно улицу.
посмотреть, что здесь находится. Прага, конечно, безусловно, очень красивая. Вот там, вот видите, о, смотрите, как шикарно сейчас откроется. Посмотрите, как красиво смотрится при вечерней съемке. Вообще обалденно, ребята. Вот. Но и здесь тоже красота. Видите, тоже уже более вам лучше видно. Но чтобы пойти сам центр, посмотреть часы знаменитые, посмотреть Карлов мост, побывать там, у меня, к сожалению, нету сегодня времени. Скажите, у тебя все время нет времени. Ты как куда-то не приедешь, у тебя вечно времени дефицит. Ну, так получается, ребята, потому что, в принципе, когда остается, сейчас вот у меня уже, ну, 1:20 до поезда, ну, все. И уже и батареи 20%. Ну, что я вам могу сказать про Сахалин? Ничего. Вот вам пражский фонарь. Короче, на этом, скорее всего, прогулка по Праге закончена. Видели Прагу? Видели. И я тоже видела сегодня. Так, зашли, ребята, скупиться в АТБ. Сегодня уже понедельник. Вот, я вчера ничего не снимала, потому что дорога. Вчера почти целый день в дороге были. Сейчас я найду Александра Батьковича. А стажар не має масла? Ось і це, Саш. Я хотів більше. Більше ти хотів? Я просто дивлюсь, як нема більше. Бо воно мені не зійшло. Ну, тоді, ну це велика тоді. Бадя, бери таку. Все. Набрали тележку. Йдемо платити, так? Все. Давно не була в АТВ, ребята. Все такое родное, все свое.